Уверенный взгляд и большая любовь к родине. Именно такие мысли посещают, когда видишь портрет Владимира Смирнова. Будущий герой Советского Союза родился в Барнауле в 1924 году. Окончил 7 классов 27-й школы. А когда началась война, без раздумий отправился на фронт и, также не сомневаясь в правильности своего решения, закрыл собой огонь вражеского пулемета. О героическом поступке знает каждый школьник этой гимназии. Это очень важно, поскольку на данный момент события войны все и дальше становятся от нас. И как раз-таки очень важно сохранять эту память, чтобы молодежь знала нашу историю, понимала, что как было, чтобы этого не допустить вновь. В гимназии готовятся торжественно отметить столетний юбилей Владимира Смирнова 18 ноября. К этой дате совместно с проектом «Лица героев» в учебном заведении решили создать мурал. Владимир Смирнов для нас, ну, как бы такая центральная фигура при организации патриотических мероприятий в гимназии и в организации патриотического воспитания. И, наверное, вот с этой точки зрения его личность интересна для подростков тем, что он был очень молод, когда совершил свой подвиг. И вот как раз отнеся себя, свои личные качества с тем, какими личными качествами обладал Владимир Смирнов в момент, когда он принимал решение пойти на фронт, хотя мог бы остаться работать на заводе, когда он совершал подвиг. Для создания мурала в гимназию пригласили специалистов, которые занимаются цифровой росписью стен. Это позволяет наносить рисунок быстро, без лишнего запаха краски с баллончиков. Мурал создает робот, который до мельчайших подробностей воспроизводит разработанный рисунок. Приезжают наши ребята, наши команды, которые устанавливают это оборудование, выравнивают его по уровню, отцифровывают, откалибровывают, промывают и в дальнейшем загружают туда согласованный макет. После нажимаем на кнопку «Печать», и оборудование начинает переносить изображение на поверхность. Это специальные экосольвентные чернила. Они безопасны, они имеют сертификаты, они сразу же запекаются ультрафиолетовой лампой. То есть изображение по факту уже сразу же сухое. Его можно протирать, мыть, оно не выгорает, не выцветает, как говорится, на века. На создание образа Владимира Смирнова ушло около 4 часов. Портрет, цитаты из писем теперь будут украшать стену гимназии и каждый день напоминать школьникам о подвиге героя. Для команды Евгения этот мурал тоже особенный. Его компания уже создавала портреты ветеранов Великой Отечественной, выдающихся спортсменов и деятелей науки. Говорит, каждая работа трепетна по-своему, ведь все это память для подрастающих и будущих поколений. Анастасия Дороган, Дмитрий Дроздов, Алексей Фризин. День с толком.